Мне вообще, в принципе, очень понравился. Мне даже не опенинг, мне эндинг так понравился. Он после первой серии такой душевный какой-то, не знаю. Вся серия такая грустная была. Жесть. ГГшка не может нормально остановиться. Можешь посмотреть на это. Типа, ну, она делает полный поворот. Из-за этого ей приходится делать пару шагов. Удобное управление, by the way. Ну, себя чуть повыше поставить, чтобы кнопки было видно. Не знаю, есть ли в этом смысл. Я в прошлый раз что-то... Почему-то заставили меня обратно... А! Заставили обратно, потому что я Бубу Николь перекрывал. Фу. Вот, да. Как узнать, сколько у меня энергии? Ага, просто в обычную менюшку выйти. Просто здесь же нету карты. Всегда обычно в играх чекаешь по карте, заходишь в карту и... Не скипается. Об этом я тоже писал. Привет, Харди Худ, Шинджи Никс, привет, Еникс, 2К, дорогого, доброе утро, всем привет. Надолго сегодня сей шедевр. Сегодня до двух часов где-то по МСК, то есть 3 часа. Ой, по МСК, по Еревану, блин, это 2 часа осталось. Короче, 2 часа сегодня поиграем. Вот. Go meet Soldier 11. Begin Agent Commission. Ладно. Я прям сразу внезапно в квест вышел. Ну, в такой, типа, важный квест персонажа. Mission log. Что он от меня хочет? Я его только начал. Наверное, вот этот. Или нет? Third party. Трирд. Контракт. Ту-ду-ту. 5 из 10 ты, конечно, завысил. Но я же написал почему, правильно? Я же как бы вам сказал, что да. Да, завысил. Да, потому что хайверса. Как бы, ну, что поделаешь. Ну-ка, что на почту приходит? Эквалайзинг теста все еще эти... Опросники не прошел. Ну ладно, погнали. Куда после ЗЗ? После ЗЗ я пойду в настолки с друзьями играть. Сегодня суббота. Суббота обычно вообще выходной. Пес, дай поскретчить карточку. Не дает. Встретиться с солдатом снаружи. И Китон. Good evening, Proxy. You're 35 seconds. You can save those 17.5 one-handed push-ups for now. What's changed? Mr. Mole has a consensus. We've got the famous is what you said. Hang on. Киностолки. Мы купили 2 DLC-шки к замесу. Оригинальной игры у нас нет, поэтому мы будем комбайнить обе DLC-шки. Вот, замес прям крутая настолочка. Вот, купили. Ежедневки есть в игре? Не уверен. Нет. Честно говоря, не знаю. Я так вчера и не понял, сделал я какие-то дейлики или нет. Солдаты дают стори, да? Вон. Давайте нашу новую басту возьмем. I only handle technical matters. Пойдем ее вместе с медведем покомбим в этот раз. А чё мнение? Ну, оно секундой выше. Там КД. Там КД. Секунд 15. Тян, тут есть гача, ну, конечно же, есть. Как же без нее? This is the gate's emergency switch. Just press here. Да я что делаю? Broken. Initiating backup plan. Сделала боньк. И она заработала.
На этих выходах Ведьмака настольную играть будем. Плачут небеса. Почему она... Stay focused. Forget the ethereals. Get the ethereals. Если бы я к ним не пошел, я бы скипнул твою наградку. Ничего тут больше нет, понятно. Играл в настолку Бункер. Нет, не играл, но знаю, что это а-ля мафия, поэтому не совсем моя тема. Сидеть, врать... Я это не умею делать. Понял. The way back is no longer safe. Help us find another exit, if you would, Proxy. Я не представляю, как все это перепроходить на релизе. Я не представляю, как в третью бетку буду играть, если получу доступ, если вообще пойду в нее играть, не знаю. Да дай ты мне Vision нормальный, Ванда Vision. Ну что ж, напали и напали. Stop pressure или ambush them and take them out. Ну давайте хоть подеремся немножко. Мне, конечно, 100 левела вот этого не страшны, но ладно. Хех, спасибо за полгода. Новые клоночки, грацулечки, грацулечки. Спасибо, спасибо, Хех, за дресса. Спасибо. Поддержку. Что за миссия? Да без понятия. Does it even matter? Какая-то миссия солдата, это типа один из ее, видимо, основных квестов. Нафига он долго атаку готовил. Мишка, имба. Почему так легко? Потому что геймплей такой легкий. Это уже 10-й час игры. Face it head on. You're a fighter. The enemies are endless. Keep moving. Угу, здесь все-таки были награды. Ой, короче, давай сюда 100 прешера. Я сегодня закрыл зал на 30 звезд. Поздравляшки, скоро, кстати, новый. Вроде как. В 9-м проблем. Ру Макс, приветики. Ведь бубасты взаимодействуют как с рыженькой, совместный ульт. Вот я и взял ее, чтобы проверить. Мне кажется, она, возможно, взаимодействует с другим челом. Там же есть еще один четырехзвездный чувак. Вот. Возможно, я не знаю. Че, хил? Я же такой раненый, давайте мне похилимся. This is just a fake. The real faith must be terrifying. Warning. Intense ether reaction ahead. 50 chance to enter battle. Я выбираю стелс. Хотя игра конкурентоспособна в сравнении с теми же HSR Genshin. Здорово, для меня игра оказалась очень слабенькой.
Так что с Хайсера Геншином не конкурирует для меня вообще никак. С Ханкаем третьим, да, но... Ханкаю третьему 8 лет. Типа, сложно сделать игру, которая с ним не конкурирует. Мне вообще нравится играть за Зель, или ты играешь для стрима? Мне не очень нравится. Я играю, чтобы... надежде на то, что дальше будет лучше. О, здрасте. О, у меня есть электроперс. Так, а я вообще, по-моему, ее ульту еще не смотрел, поэтому давай смотреть с медведем. Так, это никакой комбы с медведем, понятно. Ну, я так и думал, в принципе. Судя по скиллам, комбо только у Каледа есть. Да, получается, мне повезло, что у меня есть Каледа. Прямо в описании ульты написано про комбо, понял. Так, я все сделал, да? Все, окей. Мне нравится, когда игры, люди используют слово «конкурентка», а сравнивают игры одного разработчика. Ну, ведь так оно и есть. Например, Ханкай для многих убил Геншин, потому что в Ханкае хоть развивают боевую механику игры, и, то есть боевую составляющую, а в Геншине нет. Я не один такой, ну, по комментариям людей, по крайней мере. Многие ждут именно боевку, ради боевки играют. Хоть она, блин, абсолютно разная, типа, пошаговая JRPG и Open World Action RPG, да? Но все равно для многих, типа, Ханкай просто, ну, как бы, перечеркнул Геншин и его 3 года развития. Так что, почему нет? Можно? Вполне можно сравнивать. А Кулку не выбили, не. Конкуренция за твое игровое время. Ну да, да. Это правда. Так, что мы делаем? Да мы просто по сюжету идем, мне вообще думать даже не надо. Встретись с Шепардом. Так, по-моему, это какой-то госслужащий, который с нами втайне работает. Несмотря на то, что они вроде как не должны знать, что мы прокси. Там скрываются, ну, не знаю. Шепард предатель. Я перечеркнул Геншин своим Quality of Life. И этим в том числе. Для кого-то боевка, для кого-то Quality of Life, да. Все, для кого-то все вместе. Строго запрещено играть в две разных игры. Сильнейшая игра должна убить все слабейшие. Ого, че, мастер, new commission has been locked. It's unlikely that the commission is a trap set by public. А че это? Понятно, что недоступно, потому что я в сюжете, но типа. Так, а мне есть смысл заходить вот сюда? Ну, здесь желательно до 25-го докачаться. Если докачаюсь сегодня, постараюсь второй уровень виртуалки пройти, может быть. Немного сложности, да? Сам вот тот ли out of control. Ну, давай, select squad. Кстати, как бы вторая глава, типа, да. I only handle technical matters. Или handle technical matters. Там еще и замочек есть. Тут есть виртуалка, а тут есть а-ля виртуалка. I only handle technical matters. Может так фулба это сидеть? Можно. Вне стрима. Полиция всегда радуется конкуренции в своей компании и фирмы, а не с другими сторонами своей компании и фирмы. Ибо тогда надо будет стараться, как бы было другие, это было до этого все. Забыл название жанра игры. Classic RPG. Baldur's Gate не убил классик RPG. Если ты сейчас поиграешь в Dragon Age Origins, в Pillars of Eternity, в старые Fallout, ты все еще обнаружишь, что это отличные сюжетные игры с интересным
с интересными квестами, диалогами и так далее. Baldur's Gate просто отличнейшая, лучшая игра в своем жанре в плане проработки, графики, новизны и так далее. Раскидывает мины какие-то. Привет, Ванг, здорово. БГ3 немного перехальплен, он не так хорош, как на него молится. Нет, БГ3 хорош. В своем жанре он отличнейший. Битсы Геншина и так далее для меня кринж. Блю протокол тот же ТОВ. Как по мне, относительно главное, это Withering Ways, по крайней мере, я надеюсь. Ура Геймс, разрабы Punishing Grey Raven. Когда-то Punishing Grey Raven убийцы Геншина называли. Было дело, да? Как тебе ЗЗ? Слабенько. Ну, средненько. Не хочу прям слабенько говорить. Нормальная игра. Неплохо. Но я все-таки хорошего персонажа пятизвездного выбрал. ПГР больше на Ханкай 3 вроде похож, но в целом да. Кстати, в ПГР у меня была такая же в целом проблема, как сейчас в ЗЗЗ. Такая нудятина. В плане сюжет, миллион диалогов, а-ля визуальная новелка. Ты такой играешь, читаешь, а потом нудная битва на 5 секунд. И ты такой, типа. Так, что от меня хотите? Clear the building materials. Чем мне это делать? В Бомбермена играть будем. Стены ломать. Ну, Withering Waves, к сожалению, по роликам пока что какая-то серая масса. Не игра. Может быть, кому-то зайдет, но. Это все, что я увидел в первых трейлерах. Может быть, игра и будет хорошей, никто не спорю. Мы посмотрим. Мы посмотрим. Сложно судить об игре по роликам, правильно? Он за отличные ролики вроде. Маленькие. Я вообще бегу. Вот раз без выключения света, ну, я не знаю. Это Армения, детка. У меня, видимо, какое-то особое задание было — ломать стены. Или бочки. Стальной волк, приветствую. Да. Если сравнивать той... Ой, из The Tof, из The, наверное. Что будет лучше? В то время мне Tof нравился, наверное, побольше, чем сейчас мне нравится The, потому что он был, ну, open world, а-ля Genshin. Прикольно было побегать, поизучать. А что, нет, света вчера не было, да, я не знаю, что. Типа, вчера инет лагал. Ну, не инет, а Twitch. Мы же выяснили.
Слушайте, мне реально надо, типа, коробки ломать. Может, и стены тоже какие-то надо сломать? Может, я просто не понял. Нет, вроде только коробки. Регулин, приветствуем. Добрый день, утречка, дорогого. Ладно, наверное, сейчас вот этот, вот эта битва нам даст возможность ломать. Application плагин. And wake it up. Its AI core has been affected by a warning. Damn, it's moving again. Что-то забросил, какая причина? А, вышел Сумеру в Геншине. Тов был игрой на один месяц до тех пор, пока не выйдет Сумеру. Все это знали. Да, это Бомбермен, только... Я не понимаю, что я их двигать могу. Блин, нет. Больно. Только обратный. Вместо того, чтобы нам ставить бомбы. В смысле, я их толкать не могу? Explode bamboo can take one attack. Дайте мне управлять менюшками. Не менюшками, а этим. Нокаут, эксплозив, ага. Бластер, бластер. Я, наверное, спать. Температура 38. Заставляет меня страдать. О, да, выспайся, отдыхай. Это важно. Это нужно. Это баба из Ю началась? Да, не если бы. Шли бимбы. Планируешь 7 декабря, Day Before смотреть или скипнешь? Я не знаю, что это. Можешь рассказать? Может быть, посмотрю. В этой игре есть Мияби. Это вроде как какой-то перс, да, который... Короче, вроде как какой-то перс, да, с катаной. Нет, еще нету. Бетку, в бетку вроде бы не добавили. Не знаю, зачем я здесь все взрываю. Скорее всего, там ничего нет, но я просто не нашел последний кусок. В чем еще геймплей заключается? Типа все как ПГР или как, если вкратце можно? Ну... Жми кнопки. Быстро бей врагов. Ну, плюс-минус. Очень плохо уже помню геймплей ПГР, но, наверное, похоже, да. Геймплей как фанкает третьим. Final cleanup. Mm-hmm.
15 another required to complete the work. Но нам типа мешает робот. Не робот, а ебака. Я должен чистить, зачищать коробки, если у меня персонаж автоматически направлен всегда на моба. Очень удобно. До сих пор спор о балдуре. Да я не знаю, чё они, блин, к балдуре который день прикапываются. Вспоминают, а потом начинают. Чуваки, балдура хорошая игра, хватит её обсирать, кто там, блин, что-то спорит по ней. Есть. А, ну хорошая, красивая, РПГ, но перехайплена, у неё куча недостатков. Да, отличная игра. Всё. Вроде отбивать можно, как в Секиро. Да, здесь есть парирование. С одновременным переключением персон. Скачал Dragonair Silent Gods. Что могу сказать? В смысле ты скачал? Зачем ты сейчас скачал? Надо было скачивать в день, когда у меня рекламная интеграция была. Чтобы поддержать интеграцию, чтобы ко мне пришли еще в третий раз. По моей ссылке. Эх, ну ладно, игра вообще клевая. Круток в игре просто нет, а за полдня игры три крутки сделал в баннер. 350 гемов. Да, там типа много. Ну... Ты сравнивай не количество гемов, а количество стоимости гемов. Может быть, ты их в паках больше покупаешь, типа, если ты сравниваешь с каким геншином ханкаем. Понимаешь? Разные вещи. В этой игре есть кооп? Нет, в этой игре нет коопа. Build up trust with... Да, зачем мне третий раз траст дают? Это третье обучение трасту. Ну, видимо, забагалось. Your head is a little fuzzy. Why not rest a while? $40-$60 на зоне 35к стоит норм цена. Наверное. Belle, you're here. The first issue is our... После майнинга на зоне. Не, подожди, на Озоне новые же продают штуки. О, впервые с этим челом знакомимся. Антон. A comparison of the Metro reconstruction proposals of Bellobog Heavy Industries and Vision... Wait, what? That must be a mistake. How are children supposed to understand such a complicated topic? In my opinion, as far as reconstruction plans go, I think Bellobog Industries is better. You see, Bellobog's biggest advantage is its technology. They have independently developed heavy-duty smart construction machines for in-hollow use that can effectively resist future corruption and work safely in the hollow. Thanks to this, Bellobog is able to effectively use the old metro infrastructure in the hollow without explosives or compared to vision. Zedmaster, с рисовщиком, 34 месяц, спасибо. Спасибо большое за поддержку. Environmental impact by 53%. Oh, you're like a real expert. Wow, Bellobog's awesome. It does sound superior. I thought so from the start. Is Bellobog's plan really better? That's hard to say, Roar. The pros and cons of the proposal depend on who it's for. Сэр, как выглядело на первом ЗБД? На первом ЗБД, как готовая игра, интересная, уже мы ждали... релиза через пару недель. Там надо было русский перевод немножечко доделать, выложить вторую локацию Лофу, и вот она была готова игрой. И продажники на зоне. Может быть. Roar, in my opinion, this is just a makeshift plan to cover their financial shortage. Я не уверен, насколько хорошо вообще 40-60, потому что 60-е серии, они такие. That's exactly what you said a second ago. You want to talk about safety? Vision is a corrupt company that wanted to hurt civilians to cut costs.
So Vision is the villain. But is Bellabog really the hero? You don't know, do you, kid? There was a serious scandal at Bellabog. Hey! What's that supposed to mean? Oh, calm down, Mr. Anton. Don't startle the children, roar. Enough with the act. Let's see your real face, huh? What? You're actually a lion? Anton, I've never pretended to be something I'm not. Unlike somebody who is the president of an emerging construction company on the surface, but behind the scenes, they're running away with the money. Well, that was Bellabox public image. I wonder. Вообще непонятно, СС, Перс и ЕС, в чем разница? А нет СС персов, есть А и СК. Но разницы никакой. Все персонажи сильные, можешь проходить левой пяткой. Контент. Че, мне я уже думал, он мне предлагает кофе попить. Мне кажется, ли диалоги тише стали, не знаю. Я ничего не менял вроде. Это гача. Ха? No. There's only whatever. This guy does seem. Sir. Как давно ты на Твиче? С 2015 года. 8 лет. 8 лет. Лаунчер единый сделать не вряд ли. На Твиче получается кардген был. Ты еще в скал играть еще будешь? Там еще секретный босс. Да, я думаю, я гляну секретного босса и... Этого тоже. Короля Артура. Уру бизнес-кар. Это те самые с диванами? Будет ли русская вокализация? Будет на релизе. О, кстати, можно закрепы сделать. Чем я на то? Бахнул закреп очка. Чтобы ваше очко было закреплено. Я все пропускаю, блин, заставки лучшие в игре. О! Её положили на трясущегося робота в первом представлении персонажа. Просто на трясущуюся платформу. Sorry, I was late. Oh, Big Ben Burton. A real beast, huh? This is Bellabog's boss? Нет. Не босс. Hello. Oh, hello there, Miss Proxy. Sorry I had to see something like this so soon after getting here. Our president has been waiting for you. Please. Oh. So, you're not the... What are you doing, Grace? Put me down! I said put me down this instant! Allow me to introduce our president. I'm president of Bellabog Industries! Kaleida Bellabog! Hello, Faithen. Sorry to have you witness the chaos just now.
Я даже чуть-чуть почитаю, мне нравится фракция Белобогов, поэтому я посижу чуть-чуть, почитаю диалоги. Our company has taken over the Metro project, but it's not going particularly well because enemies keep. President, do you? Вы могли заметить по моей пачке из трех персонажей? Ben, you're too soft. Those crooks have done. Besides, the proxy already accepted our commission, which makes them one of us. Sure, treat me like one of your own. Anton has a point. We'll be working together, so you can consider us one big family. Oh, I'm really moved, Proxy. Изменился Белобок после брони, да. We're considered an up-and-coming manufacturing and construction company that's climbing the ranks in the industry. Thanks to that, we won the rights to the Metro renovation project. But since we won the bid, we've become a thorn in the sides of many established companies. And first, these companies convinced the banks not to give us low-interest loans. Then they sent thugs to the site to cause trouble before trying to block our construction and fire code permits. And there was that stunt that... As if all that wasn't bad enough, during all this scrutiny, there was an accident on the construction site. Last week, three kids went missing in the hollow. Easy there, Grace. You're gonna give our guests the wrong idea. Miss Proxy, have you heard of our company's self-developed heavy-duty smart construction machine? I heard about them on a TV show. Wait, so the missing children were machines? Медведь — это тот вымахавший белый медвежонок. Да-да-да, тот самый. Comes from smart machine malware and they effectively resist ether corruption. They're also highly intelligent and can work autonomously according to the situation within a hollow. They're even equipped with specially designed language modules allowing them to talk. I've always taken care of them, and I'm the one who improved upon the prototype so they'd be fit for specific jobs. I'm responsible for the routine maintenance and upgrades as well. But a few days ago, after updating their logic course, three of them ignored my orders and went deeper into the hollow while working. They still haven't come back. Were they corrupted by ether? Is it possible they were corrupted by ether? We still don't know the cause. Both microchip failure and ether corruption are nothing new for companies operating in the hollow. But when things go wrong involving Belobog Industries, people are gonna talk. The machines were working fine before. This update was totally unnecessary. If you hadn't uploaded the code he left behind into the logic cores, none of this would have happened. Now wait a minute, Sweet Pea. We aren't sure it's a problem with the core. Besides, beautiful and powerful machines deserve a matching soul. As the president... Такая поехавшая на технологиях тянг, короче, это Грейс. It doesn't matter whether they have a soul. Because I'm the president, it is only appropriate for me to consider them as assets. Да, Ксена. Putting aside the issue with our enemies, these smart machines cost a fortune. I can't allow the loss of such expensive company property. Proxy, we'd like to commission you to lead us deep into the hollow and retrieve the... Да, Грейс игровая у меня. We already have the rough location. Я ее уже себе взял, короче, из коробки бесплатной для... с 20-го левела, вот. ГГшка, да, вот ГГшка, она клёва. Знаю, кто на ГГшку гонит. Не надо гнать на ГГшку, офигенно. Я просто с Антоном пытаюсь поговорить. Сянки, только у нее нет гобы. Да не копия она сянки. У нее зайцы вместо гобы. Кто-нибудь в реальной жизни, кстати, ходит вот так вот? Типа, одна шмотка, другая шмотка, разные длины. Это, типа, вообще... где-то считается модным.
выглядит как серое пятно. Ну, в целом, да, она чуть более яркая, чем Люмины, чем Стелла, да. Ну, не знаю, все равно, по-моему, Стелла топ. Русский будет на релизе. Будет, будет. Аж два мейн-квеста. Mechanical Love и Let's Go, Bro. Ну, давайте по очереди. О, сюжетных персов дают. Чё, не правда прям в квесте? Блин, ну ладно, не могу. Чё, блин. Хочу водички себе налить. Roxy, according to the signal, seems like the grappler we're looking for is somewhere in this hollow. It's outside the construction site, and we don't have a carrot. You're in good hands. I'll make sure your commission fee is well spent. Жесть, Пипега, опасные у тебя фразочки, осуждаю. Давай удалим от греха подальше, чтобы никто не видел, обидится еще. Прическа Антона напоминает дух самурая из Шаман Кинга. Да-да, что-то такое, кстати. Защитим Пипегу вместе, таймачом. What's wrong, Ben? Oh. Oh. The story, no. This monotonous work. A man in the story, a real bro, never. And it's only through the. Nicely put, Anton. Roxy, you're a real. Let's be off. Our priority now is to retrieve the grappler so Grace can inspect it. Our only goal is to bring back that grappler. Leave any obstacles in our path up to me. Warning, multiple hostiles detected. Ha! Perfect. Let's go, bro. Anton, don't rush off on your own. Я себя не вижу. Короче, надо Антоном всем, всех мобов перебить. Well, не справился. Голу майнера все такие. В него я еще вообще не играл, кстати. They'll start growing. Я не первую часть фразы не полностью услышал. Но кажется, там про бубы. Stay alert, folks. This one is pretty tough.
back. Is that a blender? Blender. That thing looks pretty wild. Bring it on. Max potential energy. Же электрический. Я тебя убивать буду. Да скорее всего никогда за бету. Про фракцию Белого что-то известно, типа их цели. Но они какая-то строительная компания. Пытаются что-то построить, видимо, в новом Эриду. Там берутся за проекты. Ну, что делают строительные компании обычно? Нельзя посмотреть фразы как в Геншине. Даже в Ханкай не сразу это ввели. Здесь вроде нет пока что. Какой-то тип урона: электрический, физушный, ледяной, огненный и эфирный. Здесь получается. Строить коммунизм. Anton, Bell's marked out a new path for you. But what about the ethereals along the way? No problem. Piece of cake. Master, there is no point in stay. Great. Nothing can stop us. Anton has joined the squad. Now, let's look for that grappler. Строить на команду по лицу мне давай. Возможно. Простите. Иногда от музыки крыша ездит чуть-чуть. Как игра раскрылась. Примерно как Starfield. It's a bunch of ethereals. Don't worry. They're no match for me and my bro. Did the sound of the grappler attract them? В чем практический смысл разнесения интерфейса отряда навыков в разные углы экрана? Чтобы заставить игрока, вынуждая его туда-сюда взглядом бегать. Зачем тебе... Подожди. Ну, персы здесь. И хп, и все такое. А здесь что тебе? Ты кнопки жмешь, тебе там что-то видеть надо, что ли? Так, я глупый или не? Как его... Он, видимо, самим придется подраться один раз. NPC забирает битвы, самая интересная часть игры. Из тех персов, которых ты уже потестил, комбинированный ульта только у двух. У одного. Ну, медведь плюс это Коледа, да. Ну, это как бы, по сути, она только у Коледы. Че, где интерфейс? Ну, сверху твое хп и все. Самое важное. Тут тебе ничего видеть не надо, кроме готовности ульты и, ну, иногда ешки, но ты их и так жмешь, типа. Ногами, руками дерется. Perfect timing. Не скоро мы ее увидим. Так он?
А сложность? Еще не понял, что вот это за штуки. Да, блин, чел. Бейся с мобами. Жаль, что не для нас. Он говорит, finally a worthy challenge, типа, да, наконец-то испытание, боевое. Типа босс, не знаешь, посмотрим. Могла быть фишка игры, типа, комбинация ультов? Могла бы быть. Так, давайте у Антохи ульту глянем. Не смотрели еще. Ну, теперь глянем. Чего ты этого решил бить? Этого добить, блин, чуть-чуть осталось. Было в японском, но мы играем на английском, поэтому. Go, go, burn bunny. Это напоминает Ита. Типа hack and slash, ну типа слэшер, игруха, да. Кстати, он напоминает сейчас этого бати из мема, где are you winning that, а он отлипает от экрана, где на бирже он только что стал бездомным. Настолько. Жесть. Ну, диско вайпс. Парирование. Телевизор обосрали еще год назад на первой бете, их не тронули. Если их сейчас убирать, это еще года на два переносить, так это core механика. Да, я очень сомневаюсь, что с ним что-то сделают. Это... типа... это логично. This guy's had a complete change of personality. His installed voice was nothing like this. Grappler, your smart core may have malfunctioned. Come back with us so we can fix you. Don't treat me like a child refusing their medicine! I'm a real bro! Fearless and unyielding! A real bro? You call yourself a real bro after that sneak attack? Oh? Look who's talking! The answer is simple then! Let's battle! One-on-one! Босс тизерили? Босс экскаватор! Real bro? I'd better take things seriously! Don't underestimate me! А, понятно. Посмотрите, по мне начали урон наносить. Я не понял, у него хоть что-то парировать можно или в основном доджить хочешь? You must defeat me first!
Stand still. Видите, хоть атаки, я не знаю, посмотрим. Парирование. Красные нельзя. Парирование. Эти тоже не парятся, хотя вроде желтенькой была. Может и париться, может надо было ближе стоять. Вот это парирует цепь. Стоп, в смысле нет? Чё они все красные-то? Экскаватор, который считает себя вашим бро. Basic name. Just said you're a real bro. Is this how far your faith in yourself goes? You... Why are you helping me? Becoming a real bro... Спойлер, он будет игровым, блин, неплохо было бы. Giving up so quickly. And after I... Таким же игровым, как сеньора, ага. That's right, Anton, my brother! Wait, what's going on? It might be a little weird, but this kid should be fine. Yes, brother! I've made up my mind! I'll return with you and learn how to be a real bro! I'll start by doing my day-to-day work! It's okay. We got this, Brooke. All right. You haven't told me your new name yet. My new name is... Man of Iron, Brave One, Sparkling Engine, Hans! So, you're still called Hans? Сделал. Вроде как. Так, нам нужно за сегодня попробовать 25-й, но я думаю, блин, я еле-еле полтора апнул. Час времени. Не думаю, что получится. Так, второй кусок моего сюжета. Механическая любовь. Левая провокация 8-бит хайвей. Но не засчитано. We need the proxy to be hard working and keep... Okay. To put... I thought the little thing would become more... Who even told you to do so... You never talked like this when you were a kid. You used to be so cute when you were little. But it's normal to go through a rebellious phase growing up, right? Maybe the boring machine has just gotten a few rebellious ideas in its head. No, I won't allow it. Huh? I won't allow my cute children to become unruly, rebellious beasts. Я думал, она про Каледу говорила. Deliberately scratching up their bodies. Нет, Грейс легендарка. Extremely difficult to clean. This may be interesting to watch. Having listened to your dis- Don't push your buttons, Proxy. Proxy, we have to find it quickly. I just hope it isn't too late. Жи помешана на технологиях. Бубастая милфа. Уф. The target signal is still active. Электрическая. Блин, вот это вот Грейс. What's it doing?
Это чистая Кафка. Могу позавидовать лямкам у Левчика Грейс. Не похоже, я не говорю, что она похожа на нее внешне. Ну и по... Я не говорю, что она похожа по нее характером. Просто это бубастая электробаба, понимаете? Эх, хоть кто-нибудь на мемолёртах заменесил бы. Потому что я прикуплю игрок, и я хочу себе бубастую электробабу. Вопросы. Когда игра примерно выходит? Неизвестно. We have no Right. Take this. Бомбы? Industrial explosives. You know what to do, right? In hindsight, I should have packed more. Я думаю, Сет Грейс это Эден из Honkai Impact 3. Все это персонажи из Honkai Impact 3, жесть. У тебя Белобок Тима? Да. Ну, вообще, это типа сейчас в сюжете, но у меня точно такая же команда, только без вот этого чела. В мем из клипа ПХС, если я так не попадаю, я сильный следующий кадр, в смысле стона лыс. Надо вот ее ультежать. Думаю, что отправляются несложно, но там же в теории что-то склеить надо будет, наверное. Для того, чтобы его сделать тебе. Там увеличить, например. Не знаю, нужна ли мне здесь бомба. Чем мне вообще здесь бомбу дали. Здесь переработают большинство аспектов игры до третьей беты. Вряд ли. В текущем виде это больше недели, никто играть не будет после выхода. Да нет, ты знаешь, если человек наиграет неделю, то может еще и будет. Меня пугает наоборот. Типа, смогут ли люди преодолеть всю эту тему с телевизорами? Тут.
Ну да, да, если с телеками с первой бет ничего не сделали, они там были такими же, а я не знаю, я очень мало смотрел. Вчера фрика рейдили, я его смотрел, вот чуть-чуть стримы на первой бете. Буквально пару часиков посмотрел, понял, что меня не сильно игра зацепляет. Все косплеят персов и танцы снимают. Кайф. Звучит как победа. Не, куда я делся? Куда меня выкинуло? Подожди, верни меня. Ладно. Денег не пришлось тратить. Проект Муген, норм игра. Без понятия, проект Муген. Не, еле анонсированная игра. Окно парирования гигантское, кстати, в игре, это правда. Ну, пойдем в основном при гаче реликов. Если я правильно понял, гача реликов как бы, ну... Так, а что, типа, можно бомбу поставить и на нее моб наткнется, нет? Нет, только я на нее наткнусь. Плохой из меня бомбермен получается. А, гача, это тот же самый поход за артами. Только ты бутылки где-то... Вначале тебе его по сюжету чуть-чуть дают, я так понял, чтобы крутить релики. То есть, типа, те же яйца, только вид сбоку, вот, вообще. Блин, я, кстати, нормально так не смотрел ее атаки. Теперь посмотрел. Сам не догадался до смены перса парирования, но это в обучении было, поэтому. Уж как-нибудь бы догадался. Это story mode или эти персы ему реально выпали? Вообще мне реально выпали эти персы, но мы сейчас в сюжетке. У меня только вот Антона нету. У меня есть Каледа и есть вот это вот. Я никогда не запомню, как ее зовут. Шейла, Лайла. Грейс. Грейс. Грейс какое-то бабушкино имя. Не знаю почему. Тетушка Грейс. Вообще Грейс же типа Грация, по-моему. Бубы затмили его разум. Proxy, is this really a good path to take? Apologies. We had no other choice. Мне надо вообще эти ломать или нет? Я не знаю. Может, их оставили на финал? И сейчас я все сломаю, и как бы... И вообще на меня моб нападет, потому что я сломаю эти камни. Ты... Ой, не знаю, короче... There's a safe zone up ahead. Go there. Mm-hmm.
I have an idea. What's that? Мне волчар нравится только за то, что он ногами дерется. В чем суть этих телевизоров? А я расписал это вот свое мнение об игре. Есть инфа про телевизоры. Прикол в... Это местные мини-игры. То есть... 3 из 3. Это способ запихнуть в игру мини-игры и головоломочки. Ну, в основном головоломки какие-то. Ну это все. То есть они не стали их там в какую-то локацию отдельную, в какой-то режим запихивать. Они просто сделали их как сюжетный. Но да. Тебя заставляют этим заниматься в сюжетке. А если ты вдруг пропустишь тут награды, чтобы сюда вернуться, надо потратить еще 5 энергии сверху. It's only been a couple of days, and yet our child has become a fabulous young lady. Just take it easy now, Grace. But who's Mr. White? Another machine? It's not Say my name. Don't insult Mr. White. I've made up my mind. I'm staying here with Mr. White. Большая Биба! Фразочки ее мне, конечно, нравятся. This little one is so cute. I'll just explode. To hit a lady so hard. Так, стоп, давай посмотрим атаки хотя бы, а то все, босс закончился. Большая Биба. Блин, его сейчас этот добьет. Зайчик. Да, умеет бить только Бибой. Для этого ей надо крутиться. Нет, ногой еще умеет бить. The fighting attracted some ethereals. You dare jump on Mr. White? Get your filthy hands off of him! Get away! You filth! Stop being so rude! I told you not to touch him! You moldy turds just don't understand, do you? She's like a different person! Just unbelievable! Is this the power of a girl in love? What kind of love power allows the use of an ether electric hybrid 1400 kilogram demolition saw? Wait, Miss Boring Machine. That way is... I'm so sorry, Mr. White. Она влюбилась в здание? Mr. White! The impact just now. It cut through the load-bearing wall. ЗЗ нет, сегодня только ЗЗшку поиграем пару часов. Ну, уже как бы час остался. О, no, Грейс might know everything about machinery, but she's single as hell. She knows nothing about love. Single as hell. Lift up your head and look around. Чат, поняли? Грейс одинокая мадама.
Every building can only give one hug in its lifetime. He gave his to you. And he even drove off the ethereals. What a gentle building. You have good taste. Don't be discouraged. We won't let you say goodbye to him just like that. Просто как на рандоме. Let's work together to rebuild Mr. White on new land. Я говорю, все, кто не получили, они прям много потеряли. Мне, конечно, повезло, что можно посмотреть. Плюс онлайн, вот это вот все. Техника с чувствами к зданию. Иди поспи, как же ты достал. На ДТФ, кстати, много людей написали, что получили за БТ, поставив в опросе, что никогда в гачи и в меховые игры не играли. Прокси бизнес, Five Bang Boo Brothers, анекдот, анекдот. Ты этого не понимаешь, что за, блин, выбор? Я так понимаю, все, сюжет закончился, мне для сюжета снова качни левел, да? View the schedule and figure out what to do for the rest of the day. Да, разберись, короче. Придумай, чем заняться по... в ближайший день. А энергия-то заканчивается. Потихонечку. Ты типа как бы придумай, но... ГГ нет, ГГ не является игровым персонажем, она не умеет сражаться, она является зайчиком, который бегает за персонажами. По сути, она дерется, ну типа. Самостоятельно, спасибо. Ты с чем там, с физой работаешь, да? Кофе уже пил? Нет. Бездны нет, не нашли. Кофе. О, новый кофе. VR Trial / Seal Drop Rate Up. Можно поднять дроп рейт для ресурсов для слэшеров, а здесь можно поднять дроп рейт для V-Engine Level Cup. А ну, диафрагма, я не уверен, нужна она мне куда-то. По-моему, нужна была. А, вот этот кофе выпьем. Только об этом еще типа вспомнить потом надо. Картинка на крышке, блин, я не обратил внимания. Там жопа была, надеюсь. $20, любой из этих милашек ваш, а Алиэкспресс будет разрывать от этих игрушек. Возможно. С 2 на выбранный тип фарма, без ивента с двойными артериями. Что? Да, прикинь. Ну, кстати, неплохо в целом. Сквад average level too low, да? Да, расскажешь. Может быть, это значит, что по мне будут наносить не 20 урона, а 80? Когда у меня у персонажей по 3000 хп? Rescue Bang Boo in water. Blue water. Ты
То есть бежать по прямой. О нет, мы получили урон. Стоп, я просрал эту штуку? В смысле? Идите в сраку. Типа она успела, она уже ушла. Что? И с зайцем сейчас то же самое будет, его я тоже просрал. Вот сейчас надо двигаться вверх, представляете, да? То есть я не попаду в эту штуку, я попаду в монетку. Вот сейчас в зайца. Ну, на самом деле, даже хорошо, что я не починил того вот зайца, потому что я смог забрать штуку желтую. О, геймплей усложняется. Рафаэль Фэстером. Их там еще приветствую. Это какой-то ивент. Это постоянный геймплей. Мини, вот такие вот мини-игры, мини-задания. Это база, это основа прям. Так, они ускорились, окей. Теперь даже проще как будто будет. Что это за этот режим игры? Вот мы небольшие ресурсы, типа монетки. Это вот серые монетки, это основные, это основная валюта. Ее прям можно тратить. А вообще, это сейчас сайд-квест, но без сайд-квеста ты не разблокируешь сюжет. Их надо пройти, там в сайд-квесте написано, иди и почитай, чем бы тебе заняться днем. Ну, типа, иди, найди, чем себя развлечь. Блин, 12 тысяч монет надо. Bro, get flashback, не волнуйся. Бро вернется. Вот эти вот штуки, кстати, это типа механики. Блин, как мне это сделать? Уже никак. Я уже в ловушке. Усложненного
усложнение геймплея, типа, знаете, когда ты затягиваешь врагалики слишком долго. Играешь вот тут. Мы типа врагов усиляем. Жаль, что это ничего не значит. Наверное, вообще не будет врагов, это же... Ну да, как в Роя. Как в Роя, если слишком долго кликаешь, типа. Я приходи за мнением по игре. Уже есть в ВК и в телеге. Игра, найди чем себе развлечь, игрок. Идет в другую игру. Игра. А нет, смотрите-ка, враги. Они все-таки будут жутко усиленные. Враги гига уровня. Итхэмер. Ты меня стрелял. Фига, у нее радиус атаки, видели? А всех спереди, по всем врагам спереди попадала. Еще большая оешечка. Да они жутко усилены. Да у них там усиленные, типа, какая-то особенность, типа, враги... Ну как усилят, типа там, я не знаю, получают какой-нибудь там баф, или боссы умеют ультовать... ой, босс умеет критами попадать, вот, типа того. На, в тебе. Горение. Да нет, там нет никакого умножения урона, там у них, типа, ты дольше им пробиваешь полоску стамины или типа того. Complete without stepping on any. Я понял. Нельзя было наступать на вот эти вот экраны, видимо, которые корабль повышают. Ядрить. Жесть какая. Трэвис Месседж, ты кто? Аларк будет на релизе, я прям обещан разрабами. Сколько из 10 ты бы оценил ХСР во второй бете? ХСР? Во второй? Мне кажется, четвертую, семерку, восьмерку спокойно. А вы, скорее всего, можете найти. У меня, наверное, есть обзор. Наверняка остался со второй беты мнение по игре. Можешь поискать по группе ВКшки по мнениям. Там может быть без хэштега, может быть просто как мнение, типа, было. Ивентс. Ага, халявные крутки. Я так и не понял, что вот это. Волт все еще прокси праймер номер 4, что бы это ни было. Есть еще этот мистер Hello, с которым мы ничего не забирали. Релиза даты тоже нет. Это не финальный бета-тест. Игра вообще не готова к релизу. Check in with a scratch card. Да, я же к пёселю не заходил еще. +20 фильм. Спасибо.
Like father, like daughter. Billabong Industries President. Today's headlines. Дженни Фиш, кстати, возможно. Возможно. Игре всего одна баннерная лего, но анонсировано-то больше персонажей в любом случае. Commission finished. А теперь что еще дальше в квестах? View the schedule and figure out what to do for the rest of the day. Мы сделаем анекдот. Harry to the parking lot and catch the thief. Harry. В чем здесь Гарри Поттер? Не знаю, но... Старт. Harry to the parking lot. О нет, воришка. Может, на почте что есть? Ну, с утра на почте были только... опросники. Девятый. В смысле девятый? Второй, третий, четвертый, девятый. Блин, ребят, ну я их попрохожу, ну, типа, ну, чтобы попробовать сделать игру лучше, но... Слишком много. Слушай, предположение о том, как будет в этой игре с донатом, душно или терпимо. Игра максимально легкая. Тебе донатить вообще не надо будет в игру. Четырехзвездными персонажами все проходиться будет. Даже легче Геншина пока что. Типа, за первые 10 часов Геншина ты все-таки попадаешь в бездну. Там ты уже такой, о, первый этажик легко, о, второй этажик легко, о, третий этажик, чё-то персы не докач, ой, не хватает, не справляюсь, ладно, пойду дальше играть. Хотя бы персов есть смысл качать. Тут бездна есть. Мы пытаемся найти, мы пытаемся добраться, но... Но пока что не добрались. Закопай глазки еще. Надо. Самое смешное, что даже для сюжета не надо качать персов. Но может быть в сюжете сейчас дают... тестовых персов просто на бете. Может, на релизе этого не будет и придется своими персами играть. Ну, я не знаю. Мы еще даже не нашли ее, поэтому рано сложности. Ну, хоть где-то она должна быть, Вровевсор. Ты же помнишь? Он батарейку получил. Смотри, подожди, спрей пейнт. Что такое вообще? Сейчас well, handling proxy business. У меня, кстати, две батарейки сейчас есть, так что у меня вполне дофига энергии. А, не помню, в ХСРе сложных квестов. В ХСРе не было сложных квестов. В ХСРе был сложный, была сложная виртуалка. Если ты пытаешься проходить ее на максимально доступной сложности. Поначалу, естественно, сейчас она, понятное дело, не сложная совершенно, но она была. И это мотивировало. Фонки инфаркти тоже дают сюжет на готовых персов. Тут по-любому будет бездна, в которой по-любому надо будет успевать убивать врагов за время. И чтобы это делать, однозначно надо будет... подкачаться, конечно же. Особенно дамагеров,
Ой, что он от меня хочет? Синий тут, наверное. Здорово, Юрий, привет. Затянул игра? Нет. Как мы знаем, по двум другим играм саппорта больше, чем дамагера. Ну, типа, да, но здесь все персы в любом случае дамажат. Но здесь важно будет снижать всякие резисты, это точно. Я научился быстро перекликивать диалоги. Средненько. Так, а чьи игра меня просит? Сейчас. Интернет, прокси-праймер, вот это вот. Квест-агента. Мне нужно квест-агента делать. Стоп, так это он и есть, что ли? Или нет? Или меня просто закинули... Что он еще не начался? О, Николь. Что я здесь забыла? У него как будто хвостик, но это ремешок. Притворяется. New side commission, a knight's final battle. Все классные, остальное непонятно. Жду русский язык. Тебе русский язык не даст. Как бы не сделает телевизора интересней. Safe travels, you have not been hit by the train, collect all observation data, okay. Let's head to the market location. Let's do this. В чем суть телевизоров? Телевизоры — это мини-игры-головоломки, в которые ты обязан играть, потому что они встроены в сюжет и в сайдовые задания. Это визуальное представление того, что происходит в пустотах, в которые мы спускаемся за нашего прокси.
А, то есть... Вот сейчас мы бегаем от какого-то поезда, прячемся, пытаемся куда-то там пройти, типа, вот в голове себе представьте, что ваши игровые персонажи занимаются вот этим. ФП-змейка появилась, нет, вряд ли. И вот текстом там что-то рассказывается, то есть я всегда это скипаю, но там рассказывается, что произошло вот это, вот это, вот это. Бэм! Взрыв башки, отвал. Блин, что я не справился. Здесь же крутые треки, как ФСР или СВБ. Но музыки, я не знаю, как Олей тут не было. Эти монеты не забрал. Ага, ни хер с ними, я понял. В смысле, мне... Понятно. Ну, как битвы на Белобоге, нет, такой музыки не было крутой. Я прошел. Взрывающиеся мобы, которых можно не бить, сами помрут. Читал 8 декабря стрим разработчиков по Геншину. Что-то у меня на 8 декабря, по-моему, какой-то был. Не помню. Может, нет. Ну, будет и будет, они всегда в одно и то же время. Типа, их уже не особо то, что мы ждем. Что там, ну, надеюсь, покажут сюжетку с этим... С Дейнслейфом. Можно будет вернуться поиграть. Целый час. Да в смысле, где три штуки пропустил? Я вообще ни одну не нашел. Как?
Ладно, возвращаться я в этот сюжет все равно не буду. А проверь граффити дуэль and check out the situation. Дуэль граффити, понятно. Это что-то очень зумерское, наверное. И, наверное, наоборот, бумерское. Кто вообще еще занимается граффити в 2023-м? Заказ могут раскрашивать объекты. Вот этот. Вот политический заказ, да? Ох уж эти иноагенты. На каждом шагу. Куда ни взглянь. Что с носками ГГ-шты шарят? Потерял. Где-то в корзине с бельем. Я думаю, там сюжет Нави и куча ивентов. Возможно. Как будто мы не насмотрелись на Нави с ее работягами. Get more spray. Paint can't for sons. Can't for sons. А где? View the schedule and figure out the rest of your... Понятно, ладно. Proxy business, может, надо делать. Так вот они spray paint за квесты дают. А это Crystallized Plating Agent. Это, короче, для артефактов тоже за квесты выпадает штука. Construction Machinery Parts. Это вообще не знаю, что такое он, конечно, этому. Так и было жаль, как их там звали. Да. Всегда фэнтези, а не эти коробки и роботы. Ну, ребят, все игры не могут быть фэнтези-играми. Вместо этих квестов реально лучше просто сливать энергию ежедневно в VR-шлем, чтобы были ресы для прокачки персов и все. И просто идти по мейн-сюжету, вообще забить на эти сайды. Теперь иди, говорит, в шахту. Бишь девочку Ани, а я могу ее из коробки взять забрать, по идее. Она четырехзвездка вроде бы. Я не могу посмотреть, куда они полетят. Я не могу. А, мне надо драться с мобами таким образом. Ten enemy waves arriving. Mm-hmm.
Не знаю, как вам, но очень понравились телеки. Это... Сообщение с сарказмом. Powerful than I thought. It's time to play the trumpet card. Trump card. Trumpet. Unlock two launch buttons. Супервайзеры. Сет, unlock. А еще раз unlock. Так вот, почему диалоги можно скипать? Телеки? Типа Tower Defense, типа того, да. Это типа телепорты между... Ок, это ни хера не телепорты, я не знаю, что это. Reset launch button every 20 steps. Вот это не надо. Вообще не понял, как эти бомбы двигаются, короче. Почему, ну, типа, вот она вниз двигается, а потом вверх. Почему и куда она здесь? Она здесь, типа, и останется навсегда. Дальше двигаться не будет. Видимо, нет. Так понимаю, это я уже 8 пропустил, или это я 8 волн сделал, или... Я не знаю. Что надо шарики убирать, чтобы она проваливалась? Zero fucking idea. И не вкратце, лените в ВК и телегу. Средне. Repair drill, ага. Ну, гипногаз какой-то.
не понял, куда они идут? Они идут вот в эти порталы, чтобы зайти вот сюда. Монетизация, казино, Battle Pass, подписка, все на месте. Ну, конечно. Зачем что-то менять? Ну, понятное дело, в бете почти ничего нет из этого, но... Это же бесплатная игра, должна монетизироваться. Ну. Мне нравится у нее прям очень уешные атаки, классный перс. Типа, я почти по всему экрану, во, по всему экрану попадаю. Пятизвездочка! Уешащая, хорошо. Такой, игра бесплатная, поэтому она ничего не стоит, что? Привет, капитан, или... Нани? Ауф, да-да-да. Логично, ну как бы. Них точно не выйдет из игры, но может уменьшить их количество. Ноль выполненных сайдовых задач. Все, тратим энергию. Check the message, идите в жопу. Здесь хоть написано, на какую я удвоил при помощи кофе-то, да? Не написано. Кто-нибудь запомнил, что я при помощи кофе удвоил? А, вот, up. Вот оно, написано, есть. Удвоено, окей. Интересно, сколько битв? Slash agent, Pierce agent, мне нужны Blunt agent, Strike agent, вот этот вот мне нужен робот. Warning, типа сложный моб. Крутки уже были, сейчас посмотрим, может. Собралось чуть-чуть, но вряд ли. Да почему у меня здесь Билли-то выбран? Урон 3. 100. В прошлый раз тоже Билли был. Вместо медведя. Here we go. The power of Starlight.
bugs never lose sight of their target. Safety is mandatory. Бездна вообще намечается, но я не дойду до нее сегодня. Time sure fly, flew by. Отстань ты от меня с этими квестами. Анби. Кло клевый, у нее еще плавник сзади, как хвост. Тогда в этом весь прикол. Тянка акула прикольная в этом плане. Поэтому ее хочется выбить. Не-не-не-не-не. Some hard labor. Okay, time to get a little ferocious. Мне тебя ВК в телеге, ребята. Ты как любитель читать все и вся, не пропустивший ни словечко текста, расскажи, что за сюжет. Я скипал. Я скипал 50%, но в основном сюжета очень мало. Там больше сюжет вот фракции рассказывается и персонажей. Основной сюжет заключается в том, что главные герои, прокси, которые могут проводить людей через пустотные зоны, получили какой-то суперсекретный крутой VR третьего уровня, не VR, а какой-то, ну, AI, ИИшку, короче, робота, третьего уровня, который им помогает теперь еще круче вот погружаться в эти зоны, вот и все. И на этом все закончилось, в принципе. Сюжет нет. Так, see if there is anything you like on the schedule. А если there is nothing I like on the schedule, я могу пойти и... выйти, потому что у меня закончилась энергия. Без энергии в этой игре делать нечего. Ну, у меня есть две бутылки, но дело в том, что я не буду их сейчас тратить, просто потому что сегодня суббота и сегодня выходной. Так что я пришел вам рассказать, что мнение я написал. Мнение в ВК-телеге можете почитать. Пойдем зарядим Милу. Я думаю, она ей больше нравится игра. Надеюсь, может быть, вам понравится тоже. И на ее стримчике будет веселее, чем на моем, по этой игрухе, которая, ну, мне не особо зашла, да? Пойдем зарядим Лиритей. Она чуть пораньше меня, вроде бы, по сюжету. Так что будут, наверное, похожие вещи, что и у меня. Всем хороших выходных, хорошей субботы. Отдыхайте. Завтра увидимся, завтра воскресенье, я думаю, днем. Также продолжим изучать ЗЗЗшку. Вот. Также продолжим изучать ЗЗЗшечку, поиграем во что-нибудь еще, там, не знаю, что.